что нужно положить в праздничную корзину, чтобы осветить на Пасху. Пасхальную корзину на Светлое Христово Воскресение, Пасху, собирают большинство людей. Ведь освящение продуктов в церкви и потребление обрядовых блюд – неизменная традиция нашего народа. Как собрать пасхальную корзину и что в нее положить? Освящаются именно те продукты, которые были запрещены к употреблению в Великий пост. Это пасхальные и свадебные хлеба, которые имеют особый вкус, продукты сырного, молочного происхождения, яйца и мясо. Согласно верованиям наших предков, каждый продукт, который нужно положить в корзину на Пасху, также имеет определенный символизм. Пасха или кулич. И другие хлебные продукты. Символ воскресения и духовной пищи. Яйца. Крашенки. Символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности, новой жизни и возрождения. Молочные продукты. Масло, творог. Символ связи людей и Иисуса Христа. Сырные продукты. Символ щедрости Бога к человечеству. Мясные продукты. Сало, ветчина, колбаса. Символ прощения и душевной радости. Соль – символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз. Горький хрен – символ силы и здоровья. В пасхальную корзину обязательно добавляют по меньшей мере одну освященную свечу, которая является символом животворного света воскресшего Иисуса Христа и Божьей благодати. В некоторых населенных пунктах Украины распространена традиция освящать на Пасху также воду и спиртные напитки. Особенно вино. Их церковь класть в корзину категорически не запрещает, однако алкоголь призывает употреблять умеренно. Согласно народным верованиям, алкоголь в пасхальную корзину класть не следует, а воду наиболее правильно освящать на крещение. Водохреще. Праздничную корзину на Пасху традиционно декорируют вышитым полотенцем, которое часто передают из поколения в поколение. Или вышитой салфеткой, символ жизни и счастливой судьбы. Веточками освященной ивы. Вечно зеленой зеленью. Миртом, самшитом, аспарагусом. Символ вечной жизни и бессмертия. Цветами. Цветными лентами.